Всем привет! Сегодня снова на рыбалке, это Волга. Приехали на место недавних соревнований. Поселок Сосновка. Соревнования были жаркие. Победила дружба. Не буду называть команду, но победила дружба. Ладно, главное, что приз достался тому, кому надо. Вот, и тренировки были такие хорошие, насыщенные, рыбы было много, но в день соревнования рыбы было мало. Не знаю почему, но это вот я как замечал, это всегда вот такая вот фигня, потому что ерундой это назвать тяжело, именно так. И когда идут тренировки, рыбы много, но именно в тот день, когда идут соревнования, рыбы почему-то мало. Это не мной одним замечено, вот это именно вот так вот. Вот. Сектор. Какой сектор? Сектор, я не знаю, какой мы сели. Вот спуск. Там вот машинка стоит, спуск. Здесь метки. Если от спуска, наверное, раз, два, три. Третья метка, четвертая метка. В общем, где-то вот здесь мы сели. Глубина порядка 3-4 метров. Кормушка 60 грамм плюс корм. Практически втыкается в дно. Вот. И с утра были на другом месте. Там дистанция где-то метров 35, так примерно. И сюда тоже переехали. Я даже не клипсовался. То есть не промерял, но не клипсовался заранее. Вторую клипса как не оставил, клипса, так я и забросил. Вот, сразу, практически сразу слил сорожку, потом густерку поймал. Вот. Ну, я к тому, что рыба здесь есть. Там Алексей. Сидим, будем смотреть, что у нас получится по рыбе. Нашел ракушку, окаменелость ракушки. Интересно, сколько ей лет. Так все хорошо сохранилось, каждый рубечек видно.
Прикормка у меня черного цвета, с красными, желтыми крапинками. Ловлю на опарыше, также 3-4 штуки на крючок. Сейчас он постоянно обсулся, идут. Мы здесь уже просидели почти 2 часа. Заброс, минут 5-10 сидишь, смотришь, вроде поклевки нет, вытаскиваешь, опарыш обжеванный весь. Как будто его через мясорубку пропустили. Ну, то, что вот эти моменты, когда вершинка постоянно двигается, как бы, и кормушку немножко к берегу ее подтягивает, потому что там дно ровное. Вот это тоже как бы поклевки скрадывает. Но некоторые все равно видно. Сейчас леску поставил 0.14 Sherman Pro от Flagman. И поставил еще маленький крючочек. Как раз пару опарышей сажаешь, и крючка уж совсем не видно. Тоже заброс. И кормушка уже на дно упала, получается. И поводок он сам по себе немножко падает, его тоже как бы течением тащит, к дну прижимает, и тоже хоп, сразу поклевку поимел. Вытаскиваю, опарыша нету. Вот. Ну, грешу опять на сорожку, наверное, все-таки, потому что густера тоже, конечно, толще стоять может, но рыба такая более к дну прижатая, как бы любит дно. Вот. Хоть и зимой, конечно, ловится толще. Ну, летом я в толще ее практически никогда не ловил. Целенаправленно попадалась, конечно, вот на длинные поводки. И сейчас посмотрим. Кормушку утяжелять как бы тоже неохота, потому что приходится пулять против ветра. Кормак 60 грамм плюс корм. Дистанция где-то метров 35-40, вот так вот. Ну, примерно, опять же. Вот. И здесь сосновки дно такое непонятное. Как бы, вот зимой, когда рыбачишь, у тебя может быть под тобой 3 метра, буквально метр-полтора в сторону отходишь, а там либо бугор, либо наоборот еще глубже. Вот так вот дно такое вот непонятное. И здесь, если посмотреть по старой карте, где вот я сейчас сижу, здесь раньше постройки были. Ну, то есть здесь на месте вот этого затона, залива, были поля. И здесь вот стояли домики. Вот. Ну, в общем, сидим так, ловим пока рыбу.
Все, решили собираться домой. Время 4 часа. Здесь где-то просидели 3,5 часа. И ну вот, сорожка, потом густерка. Сорожка, которую я не достал. И густерка, которую я достал. И все, потом я еще несколько поклевок видел, четких таких явных. И все. Поводок сантиметров 90, мелкий крючок, тонкая леска 0,14. Две поклевки видел, больше все. И, в общем, результата не принесло. Ощущение такое, что тонкая леска, что толстая леска, как бы разницы особой нет. Вот. Ну что сказать? Надо ждать, пока тепло будет, пока рыба будет активная. Потому что что на той стороне напротив города, что на этой стороне, такого хорошего результата нет. В общем, на этом пока. И до новых встреч.